Обострение ситуации на Украине усилило противоречия между Россией и западным миром. Даже политики признают, идет вторая холодная война. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, началось неприкрытое противостояние. Если совсем просто изложить проблему, на Западе пытаются стороной конфликта выставить Путина, изолировать его в международной политике, придушить из своих интересов Россию экономически, добиться свержения Путина, при этом требуют, чтобы он урегулировал кризис в соседней стране. Строительство нового железного занавеса вокруг России похоже на навязчивая идея Запада. В прошлом году, когда мы вместе с нашими союзниками работали над наложением санкций, некоторые полагали, что агрессия мистера Путина – это лишь мастерская демонстрация стратегии силы. Что ж, сегодня Америка сильна, нас поддерживают союзники, тогда как Россия изолирована, а ее экономика в лохмотьях. Ну, любопытная деталь. Владимир Путин – единственный международный лидер, чью фамилию Обама назвал в своем послании. Напомню, что в марте 2014-го Обама объявил России войну санкций. Банки, оборонная промышленность и топливно-энергетический сектор. По оценкам российского правительства, экономике страны нанесен ущерб в 40 с лишним миллиардов долларов. Цифру смело можно удвоить с учетом катастрофического падения цен на энергоносители в мире. Но есть ли изоляция или это только пропагандистский ход? Она ощущается по отношению к нам, она ощущается по тематике западных средств массовой информации, она ощущается, конечно, по полкам, по прилавкам наших магазинов, по ценам, которые сказать, вот скачут как безумные вообще скакуны. Конечно, ощущаю. У меня старенький Hyundai, машина вот южнокорейская. Я собирался ее менять. Собирался в начале этого года ее поменять. Но это сейчас, во-первых, цены безумно подскочили. Во-вторых, вроде бы Hyundai вообще уже производить перестали. То есть это чисто бытовые вещи. Я себя чувствую в состоянии, даже я бы не сказал холодной, теплой войны с нашим геополитическим противником, который он нам объявил. Мы им ничего не объявляли. Я абсолютно уверен в том, что если Россия хочет и может выжить, то она выживет. А выживет она только, сделавшись сильнее. То есть она, наконец, совершит в своей экономике такие структурные изменения, которых мы хотели, о которых мы говорили, но у которых у нас не было, ну, будем честно говорить, достаточных стимулов делать. Но это стимуляция, вот и все. Отольются кошки-мышкины слезы. Но тут уж ладно, экономика есть экономика. Но какого-то отчуждения, какого-то презрения я пока не чувствую. Я довольно много езжу по Европе, по Америке. Вот мы только что с семьей были на каникулах в Соединенных Штатах, которые были запланированы год назад. Оплачено, запланировано и так далее. Очень повезло. То есть мы платили еще, когда доллар стоил 30 рублей, а не 60, как сейчас. Должен сказать, что ни одной кривой физиономии или какого-то презрительного взгляда нет, я не увидел ни разу. Ну, кривой физиономии, наверное, на уровне простых людей не видел Алексей Кортнев. А вот сегодня, в первой половине дня, вице-президент США Джо Байден сказал, что будет добиваться ужесточения антироссийских санкций. Эта информация появилась на сайте Белого дома. А позже Барак Обама согласился усилить экономическое давление на Россию. Он также дал понять, что новых мер ждет и от Евросоюза. Добавлю, на следующей неделе правительство России представит Владимиру Путину свой антикризисный план. В противостоянии России и Запада активная роль отведена Украине. Петр Порошенко, например, уже завтра на встрече глав МИД стран-членов Евросоюза будет просить усилить давление на Москву. А России во время зарубежных командировок украинские политики вообще говорят много и охотно. Вот, например, известное заявление премьера Яценюка, которое он сделал во время последнего визита в Берлин. Російська військова агресія проти України – це зазіхання на світовий порядок і це зазіхання на європейську безпеку. Ми всі добре з вами пам'ятаємо радянську інвейжн як в Україну, так і в тому числі і в Німеччину. І цього треба уникнути, і нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни. Ну, вот эти слова, конечно же, вызвали скандал не только в Москве, но в то же время они стали поводом для шуток. В сети появился ролик аниматора из Волгоградской области. Главный герой, само собой, Арсений Яценюк. Рассуждает он, конечно, об истории.
Совместными усилиями с Америкой мы все-таки выиграли холодную войну и освободились от советской оккупации. Честно признаться, без нашей инициативы и финансовой поддержки Америка бы не справилась. Теперь пусть и Америка финансово поддержит нас.